Я хочу посмотреть, что падает с еженедельных контейнеров именно на новобранца, ребята. Контейнер, еще раз напоминаю, на легенде падает 3000 кристалликов, а на новобранцы... Рекомендую вам подписаться на канал Мистер Антинуб Танки Онлайн и нажать на колокольчик, так же как это сделал я. Мало того, что он снимает офигенные ролики и еще проводит качественные стримы, так он во всех своих роликах и стримах, ребята, разыгрывает контейнеры. Это вы прикиньте, сколько можно нафармиться. Так что нужно, ребят, подписываться на этот каналчик и также мини-конкурс от меня. Для этого нужно, ребята, просто подписаться на его канал, под любым роликом написать свой ник и, как говорится, любому рандомному подписчику я буду заходить на следующий день и дарить подарок за 10 тысяч кристаллов и в подарке указывать, ребята, промокодик на один контейнер. Погнали, ссылочка на этот канал в описании. Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайдер. Сегодня мы с вами записываем ролик довольно-таки необычный, будет он в качестве эксперимента. Я еще не раз, ребята, такое на ютубе не видел, может какие-то маленькие ютуберы записаны, вроде как у крупников я такого не встречал. Короче, что мы сегодня будем делать? Я хочу посмотреть, что падает с еженедельных контейнеров за челленджи именно на новобранца, ребята. У меня здесь есть такое охренительное задание, использую овердрайв, бою 25 целых раз. Мне нужно, ребят, просто, я фиг его знаю, сколько времени запотеть, чтобы это все сделать. Поэтому сейчас будем, ребят, страдать, потеть и посмотрим, что именно падает в недельных контейнерах на новобранца. То есть суть в том, что мне нельзя звание качать до следующего. То есть нужно именно на новобранца это все бахать. Ну, ребята, также не забывайте, если хотите получить от меня 10 контейнеров, ставьте лайки, как наберется 1000 лосей, у нас контейнер появляется в подсказках в правом верхнем углу в виде подсказки. Клацайте на него и забирайте. Я знаю, что многие это любят. Вот, поэтому, ребят, сейчас будем ставить такого рода эксперимент. За это точно однозначно Лукас. Потом еще кое-что пойдем интересное делать. Полностью full гараж М1 на новобранцы, если у меня, конечно, хватит кристалликов. Вот, поэтому ставим на паузу. Сейчас я, ребята, вот это вот все сделаю. Использую 25 овердрайвов, и мы с вами продолжим. Так, ну что ж, ребята, выполнил я это задание. Если честно, оно мне удалось просто кровью и потом. Выполнял я его целых 90 минут. Это практически, ребята, 2 часа. Поэтому за такие старания, за такие терпения я вас просто прошу настоятельно поставить лук, кому не сложно, естественно. Вот, и забираем. Использую овердрайвы 25 штук, один контейнер, один недельный контейнер. Давай забираем это все дело и посмотрим, сколько же кристалликов, там нарки и так далее и тому подобное падает именно на новобранца. Потому что, ну серьезно, я такого никогда не видел. Давайте открываем мой обычный контейнер. С него падает нам минки 125 штук. И момент истины. На новобранце открываем недельный контейнер. Еще раз напоминаю, на легенде падает 3000 кристалликов, а на новобранце... Не, ну как бы зато видос записал, пацаны, правильно? Правильно. Везде нужно... Что это такое? 71 кристалл. 2 ускорения, 2 брони, 2 ДДшки, 1 аптека и 1 батарейка. Ёб твою мать, а. Господи, ау. Я понял. Не, ну зато, ребят, ролик записал. Вот теперь вы, так сказать, знаете все. Вот теперь вам не нужно ни страдать, ни вот этой всей хренью заниматься. Вайдер, так сказать, все за вас уже проверил. Ладно, сегодня, ребят, также у нас действуют скидочки на ЭПКшки, поэтому давайте сейчас долетим на следующий мой аккаунт, тоже новобранца, кстати, и немножко там себе про МПКшим гаражик. Так, поехали. Ребята, и вот он наш, так сказать, новобранец, который имеет довольно-таки неплохое количество кристалликов, довольно-таки неплохую ГС-ку, но это все у нас дело связано с тем, что у него надето прокачанное вооружение, плюс ко всему, здесь, ребята, имеется просто херово туча припасов.
Вы посмотрите просто, у некоторых даже на основных аккаунтах столько припасиков нету, а здесь у меня, так как говорится, на новобран столько. Вот, и прикол ради, я, ребята, уже давным-давно, на самом деле, хотел записать такой ролик, чтобы сделать себе полностью фуловый гаражик М1. Но вот, если честно, я не знаю, хватит ли мне кристалликов. Скорее всего, мне этих кристалликов не хватит, но давайте хотя бы, ребят, просто обычные корпуса как бы себе просто попрокачаем. И здесь еще трабл заключается в том, что это все дело у нас скачается теперь по 20 шагов. Вот, серьезно, разработчики, нахрена вы это сделали, блин? Я вот этот ролик хотел, ребят, записать еще, когда у нас там были МПКшки, по 10 шагов, и там мне пришлось кликнуть всего лишь, получается, 20 раз, да? Да, ускорить и улучшить. А здесь мне придется кликать целых 40 раз, чтобы это все дело до конца, так сказать, нашпилить. Но, не знаю, давайте, короче, будем себе, ребята, им покажить все, пока есть такая возможность, пока есть такая у нас функция, точнее, не функция, а скидка у разработчиков именно. Поэтому будем им покашить. И, кстати, я, наверное, последний шаг даже не буду ставить на ускорение. Да, пусть он, короче, так у нас будет. А мы, ребята, тупо им покажем. Просто серьезно, как бы, сливать мне особо некуда на этом аккаунте кристаллики, поэтому я решил, а почему бы, как говорится, нет? Почему бы не сделать себе на новобранце тупо full гараж М1, полностью прокачанный, и, ну, как по мне, будет довольно-таки неплохо. Было бы, кстати, круто, знаете, хотя, я думаю, скоро и такое у нас уже будет в танчиках, типа... Смотрите, ты как бы играешь на мелком просто гипераккаунте, но за какую-то определенную сумму кристаллов ты, допустим, себе сможешь купить там какой-нибудь комплект М1, да, вооружением. Вот я не знаю, потому что такими темпами, ввиду последних событий и обновлений, которые у нас выходят в Танк Онлайн, а именно это... Так, и улучшить, да. Все, и пусть он ускоряется. Хантер, а давай Хантера, почему нет? Да, ну пушки мне определенно не хватит, потому что там пушек, насколько я знаю, у нас в танках целых 13, то ли 12 штук. И это на самом деле очень много, и поэтому кристалликов мне не хватит. Но зато почти, ребята, сделаем себе М1 гаражик. И плюс ко всему я еще, ребята, хотел зайти на аккаунт психа и там немножко про МПКшить себе Громика. Я себе там очень хочу его в М4 вариации, потому что устройство кувалду нам немножко понерфили, и, соответственно, нужно громко своего прокачивать. Тем не менее, как бы, я понимаю, что скидки у нас, ребят, не очень большие, но мне нужен гром М4 на том аккаунте, чтобы набивать звездочки, потому что скоро у нас стартует новый челлендж, и к новому челленджу мне, ребята, это, соответственно, все дело очень сильно пригодится. Так, я что-то дохожу уже до предпоследнего корпуса, и у нас уже довольно-таки быстро кристаллики закончатся. Тем временем я слил где-то примерно уже больше 100 тысяч крисиков, и как бы даже не все еще корпуса я докачал. Чувствую, мне там хватит еще на 1-2 пушки, и, как говорится, усе на этом заканчиваем. Ладно, я, в общем-то, не против. Потому что, еще раз, ребят, повторюсь, кристаллы мне сливать некуда. Поэтому кто там будет бомбить, там гореть по поводу того, что вот там нужно было просто оставить эти кристаллы, копить. А нахрена? Я как серьезно, здесь что там, бабка-копилка? Ну, блин, фиг его знает. Лучше записать какой-нибудь ролик, там, прокачать все себе корпуса. Хотя я понимаю, что это мне, ну, по факту нафиг не нужно. Но, а пусть будет. Вот серьезно, как бы. А пусть, ребята, будет. Пусть у меня будет такой уникальный бранец, который там будет иметь хреново тучу припасиков, там прокачанный полностью гараж М1 на своем вооружении. Как говорится, пусть будет. Может быть, я потом решу, и как буду прокачивать этот аккаунт, а вдруг. Вот, ну да ладно. Давайте докачиваем себе мамонта уже. И переходим к каким-нибудь пушечкам. Насчет пушек я даже не знаю, что себе прокачивать здесь. Мне, по сути-то, по факту, нужно какое-то вооружение, на котором я буду, ребята, поворачивать очень часто башни, то есть, не очень часто, а быстро башенкой поворачивать. По факту, я такие пушки уже прокачал. О, нихрена себе, чего так дешево стоит. Смотрите, я даже вот так себе могу позволить. Так, окей, корпуса, ребята, у нас уже вкачаны, и давайте теперь докачаем себе огнеметчика. Насколько я знаю, он вроде у нас быстро поворачивается. Вот, да, и когда я его вам покажу, у него получается это поворотливость еще качается. А давайте, короче, будем идти прям по списку. В общем-то, выбирать не особо не с чего,
Просто, ребята, будем, так сказать, шлепать по списочку и все нахрен себе прокачивать. Сливать кристаллик. Мне, знаете, что прикольно еще? То, что на этих диапазонах у нас, получается, кристаллики так помаленечку тратятся, и ты как бы много, типа, уже себе прокачиваешь. Это, знаете, как какое-то своего рода удовольствие. Типа, антистресс-кнопочка. Сидишь, нажимаешь и, по сути, по факту прокачиваешь. Так, ладно, давайте я здесь, ребята, уже просто поставлю на ускорение, чтобы вы не ждали прокачку остальных пушек, потому что, ну, в принципе, все, что я хотел сказать по этому аккаунту, я уже сказал, поэтому ого на ускорение, и сейчас продолжим. Так, ну и, ребята, последний аккаунт на сегодняшний день — это МПК Громика на аккаунте Психи. У меня уже имеется здесь Викинг полностью прокачанный. И сейчас я, ребята, хочу себе еще вкачать Громат, так сказать, чтобы на вот этом вот челлендже, который у нас запустится 1 числа, долбить всех просто с лютой силой. Даже меня, если закинет к М4, то чтобы я там нормально, ребята, себя чувствовал. Поэтому вот таким вот образом сейчас, ребята, мы это с вами все улучшаем. Твою ж ты душу мотал. Сколько же, сука, ты стоишь дорого. Ля шо делается, пацаны. Кристаллы просто на глазах. Ускорить, улучшить. Ёб твою мать, да как так-то. Бам. Кайф. Тупо, пацаны, кайф. За это лайк. Ну, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему лайк. Еще раз, извиняюсь за тавтологию. Нажимайте на ссаный колокол и не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Turn the club into a freak show.